Фестиваль «Радуга дружбы» открылся в Ивановском доме национальности. Первое мероприятие – выставка художественных и декоративно-прикладных работ, выполненных воспитанниками детского дома творчества номер 3. Педагоги у нас постоянно выставляют работы своих детей в других местах. Мы участвовали в выставках и всероссийского, международного уровня, на областных, на городских, разумеется, выставках. И не просто участвовали, у нас много побед. На выставке представлены изделия из кожи, поделки из ткани, сшитые и вязаные игрушки, резьба по дереву, много живописных работ. Рисование дети любят, ведь в этом виде творчества нет никаких ограничений. В детстве я очень любила рисовать. Как бы попросила нам Татьяна Вячеславовна, наш педагог, сказала, что будет изо-студия у нас кружок в школе. Вот. И я захотела пойти на эту изо-студию. Я очень люблю рисовать, мне это нравится. Люблю рисовать пейзаж. Портреты так, не очень. Вот. Краски, гуашь обычно. Акварель мне не очень нравится. Детский дом творчества активно сотрудничает с воспитанниками клуба «Шаг навстречу». В нем занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги проводят индивидуальные занятия и творческие работы. У таких ребят получается ничуть не хуже. По словам посетителей выставки, общее впечатление от работ очень позитивное. У детей есть чему учиться. Работы светлые, работы профессиональные есть, работы интересные. Работы с такими задумками, что я как профессионал да, посмотрел, думаю, наверное, здесь преподаватель что-нибудь подсказывает. Потом думаю, нет, все-таки это свое детское, такое чистое, доброе. Фестиваль «Дружба радуги» будет длиться весь учебный год. Экспозицию выставки планируется периодически обновлять. Недостатков в творческих работах не будет, уверены организаторы. Дети с удовольствием создают все новые и новые произведения искусства. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.